Индийской музыкой и ритуальными танцами провожают 160 маленьких редких черепах Терекай в пригороде Уанука в Перу. Их выпускают в реку, их естественную среду обитания. Этих детенышей вырастили школьники и коренные жители, а проект запустила Национальная служба охраны природных территорий. Популяция терекаев сократилась из-за чрезмерной охоты. Черепахам также угрожают хищники. За последние 2 года школьники и индейцы вырастили и выпустили на волю более 500 редких рептилий. Мы как сообщество должны защищать терекаев, чтобы они откладывали яйца и размножались. Тогда наши дети тоже смогут увидеть этих рептилий. Я чувствую, что что-то изменил, сотрудничая с другими. Пусть это маленький шаг, но я внес свой вклад в сохранение редкого вида. Терекаи также известны как щитоногие черепахи. Они относятся к роду бокошейных черепах. Эти рептилии вырастают до 45 сантиметров в длину и могут весить до 8 килограммов. Терекай – одна из крупнейших южноамериканских речных черепах.